Без любви к своей работе все в тягость. С этой простой истиной Инесса Сухова вспоминает свой общий трудовой стаж. А это полвека работы в должности преподавателя среднего профессионального образования. Большую часть лет учитель биологии и химии посвятила студентам Ульяновского профессионально-политехнического колледжа. Уходить на заслуженный отдых Инесса Ивановна пока не торопится. Признается, спустя годы уже просто не представляет, как начать свой день вне стен учебного заведения, которое за долгие годы стало родным. Для меня смысл жизни за столько лет, и поэтому, наверное, я и работаю до сих пор, и я что-то не могу уйти. Вот даже не из-за того, что материально. Конечно, материально это необходимость, но я просто не могу уйти. Мне кажется, я вот так приросла к педагогической деятельности, что не знаю, когда уйду. Свой профессиональный праздник Инесса Ивановна встретила, как и многие педагоги, на рабочем месте. Поздравить ветеранов профессии за трудолюбие и преданность делу приехал губернатор области. Алексей Русских отметил, подготовка кадров и специалистов среднего звена является одной из приоритетных государственных задач. Для ее исполнения в регионе модернизируют колледжи, обновляют их материально-техническую базу, создают современные мастерские. Одну из таких площадок оборудуют и в политехническом техникуме. Вот ее план застройки на 10 мест, причем места, значит, размещены максимально приближены так, как у вас на предприятии. А именно как в Ульяновском конструкторском бюро приборостроения. Это самое востребованное среди выпускников техникума место для трудоустройства. А потому руководство создает обучение новых кадров. Тему важности освоения новых программ и направлений подготовки специалистов обсудили в областном правительстве. Друзья, сегодня профессиональное образование – один из главных драйверов развития человеческого потенциала. А колледжи и техникумы – не просто образовательные организации, это универсальные центры. На их базе каждый желающий может обучиться новому, востребованному и важному ремеслу. По традиции, после официальной части прошла церемония награждения лучших работников учебных заведений среднего профессионального образования. За заслуженные награды приехали преподаватели со всех уголков области. И все же, как отмечают многие виновники торжества, лучшая благодарность – успешное будущее их выпускников. Александра Никитина и Олег Тоньшин, Управда ТВ.